Симфонический оркестр завершил сезон концертов. На сцене Дворца Республики – сокровище русской классики. Сочетание музыки и литературы ко дню славянской письменности. Читали отрывки «Метели» Пушкина. Звучала сюита Георгия Свиридова. Вот как это было. Кони торопливые чутко смотрят в темную даль, воздымая кривые. Я вообще по жизни очень много читаю. Почему люблю русскую литературу? Потому что она русская, потому что это мой родной язык. Честно говоря, нравится, потому что в ней какая-то есть особый романтизм. Мне нравится, что он искренний. Ходим с большим удовольствием. Мы так любим классическую музыку, любим Григория Масейко. Вот. И вообще эта музыка лечит, она успокаивает. Она и такие, не передать. Которые можно и поплакать, и можно посмеяться, и можно отдохнуть. Да. Но, в всяком случае, очень-очень отдыхаешь, и настроение какое-то появляется, и уходишь от своих бытовых всяких проблем.